Привет всем моим подписчикам. Ну и сейчас мы обсудим еще одно видео. В общем, давайте посмотрим. И меня просто вот это удивляет. Я не могу понять, чем она корреспондентка, обыкновенная корреспондентка, которая хотела спросить, точнее взять интервью. И там эта старая колбаска, не знаю, чего она нажралась, разоралась на корреспондентку: ты меня, мол, изуродовала. Интересно, как же ее корреспондентка изуродовала? А вот и площадь Якуба Колоса. Вон отсюда, Пабло! Ты меня снимала, изуродовала! Иди отсюда! В смысле изуродовала? Помойка! Помойка, я с помойки! Вы же себя уродуете, когда так сведете себя! Ну да, я что-то не видел, чтобы там чем-то корреспондентка ей дала, или микрофоном по морде, или еще что-то такое. Ну, такие вещи говорить, что корреспондентка ее изуродовала, это, знаете, для меня непонятно. Бабушка, ты там чего-нибудь курила или чего-то объелась сильно такого, которое запрещено на территории Белоруссии? Вот так вот, друзья, делайте сами вывод. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.